не решили пожарить дикую утку на костре. Или решеточки у нас выйдет. Вот так вот, видите, красиво получается. Сегодня на рыбалку мы не поехали. Вчера серьезки наели. Ну, как-то так. Самые любимые матрасики. Самые большие он сидят. А, папаша его и... Это мужчина? А не жена. Поближе, покажи. Дикая утка. Ставим лайки, подписываемся на канал, колокольчик обязательно, пишем комментарии. Я смотрю, там у меня вчера напускаем слюны, сразу 2-1 лайка вылезло. Интересно, что кому не понравилось. Или слюнями подавились ребята. Кто там дизлайков наставил? Вот признавайтесь, причину пишем. Как-то так, друзья. Ну что тут у нас вот маленькие огурчики, помидорки. Чаек будет. Вот, ну ладненько, давай. Потом будем кушать, заснимем еще.